они потратили $1 триллион, чтобы одного чувака вернуть с Марса. Если есть возможность вернуть Мэтта Дэймона... Я не хочу сидеть и ждать, что нас спасут. Думаешь, нам на помощь никого не посылали? Ну... Если не заметила, мы обречены провести остаток своей жалкой жизни на корабле. Надо это сделать. Что именно? Это! Пусть нас пока не тянет друг к другу, но гормоны возьмут свое. То есть мы влюбимся? Вдруг наше сладостное мероприятие обернется крахом? Люди созданы друг для друга. Ой, прости, он включен? Ладно, хрень. Мы оба женаты. Уверен, отсутствие надежды на спасение дает поблажку. Сегодня посмотрим. Чужого. Не смотрел. Какого хрена мы это посмотрели? Ты просто космос.